рамках седьмого тура игр первого круга чемпионата района Дандушень по футболу на стадионе села Цяло прошла встреча местной команды с футболистами села Покровка. Хотя у обеих команд было всего по половине ведущих игроков, встреча началась с обоюдоострых атак. Однако активнее были все-таки покровчане. И результат их натиска уже сказался на седьмой минуте встречи, когда нападающий Денис Щербаков вывел покровскую команду вперед. Ответ саульчан не заставил себя долго ждать, и уже буквально через минуту счет сравнял Геннадий Постовой. Саульские футболисты, воодушевленные успехом, заиграли активнее, напористее, и вроде бы все пошло у них хорошо, и борьба шла на половине поля соперника, и к воротам близко приближались, а вот удара не получалось. Летел мяч или в руки вратаря, или мимо ворот. На 16-й минуте встречи покровский нападающий Андрей Рыльский вновь вывел свою команду вперед под бурный восторг своих болельщиков. А через минуту вновь отличился покровский нападающий Денис Щербаков, увеличив разрыв в счете до 2 очков. Саульчане же смогли сократить разрыв в счете через пару минут, но только одним голом, автором которого стал Себастьян Кудалбе. До конца первого тайма ни одна из команд больше не отличилась, хотя моментов для взятия ворот было предостаточно. На перерыв футболисты так и ушли при счете 2-3 в пользу гостей футболистов покровской команды. После перерыва характер игры практически не изменился. Но когда на 43-й минуте встречи покровчанин Сергей Москвичев забил еще один гол в ворота саульчан, хозяева поля как будто проснулись, заиграли активно и напористо. Счет 2-4 обязывал оправдать доверие болельщиков и выйти из надвигающегося проигрыша. Так играть, как стали играть саульчане, нужно было все время, а не на финише матча. Но фортуна в этот раз покинула хозяев поля. Мяч упорно обходил створ ворот даже при 100% голевых ударах. Только один ответный гол смогли забить саульчане на 57-й минуте встречи. Его автором стал Михай Диздарь. Оставшиеся 33 минуты матча прошли в яростных атаках хозяев поля, но, увы, безрезультатно. Встреча так и завершилась со счетом 3-4 в пользу покровчан.